Ну что, Максимка, скажу я тебе, как старому другу. Да. Знаешь, знаю тебе 23-24 года. Как так сказать? Скажу я тебе всего самого-самого наилучшего. Ибо сколько я не лизал, не нюхал, не вставляет. Ну что, Макс ничего не подозревает, а тут уже идет подготовка полным ходом. Я поедем закупаться. Привет! Привет. Я говорю, Макс ничего не подозревает, тут план уже идет все полным ходом. Понеток не готовились к этому мероприятию. Вот, Артемка готовится. 5 Артемка. Килограмм картофеля. Привет. Петрушка, кинза, да. Масло из дома взять не забыть. Ну что, Макс, все очень серьезно. Ты даже не представляешь, насколько серьезно все это. Ты там сидишь, работаешь, ни о чем не догадываешься, а тут такая движуха. Да, мы тут все на нервах, Макс. О, компактно. Список, понимаешь? Времени не остается вообще. Да, сейчас без 23, нам это надо все приготовить. А ты на работе сидишь? И жалуешься. Да, еще и жалуешься. И там получается 6, да? Это получается, сколько у нас времени осталось? 3 часа 20 минут примерно. Будет сильно. Гуляли. Мы сначала спали подумали допоздна. Пойти. Да, сначала мы выспались. Вот. Выспались хорошенько. Потом мы пошли погуляли в центр. На Маринплац. 100-500 раз. 100-500 раз там ходили, бродили. Мы покупали пиво. Покупали так, чтобы было. Не с собой же ящик таскать, правильно? А там пару бутылочек. Да, Макс поймет. Макс, ты все поймешь. Завтра все поймешь. Это вот видео, Вася, это недостающий звено у твоей цепи. А потом позвонил Макс, сказал, что он есть работа, мы обрадовались. Да, мы обрадовались. Решили тебя поехать на камни. Тебя на, так нормально напрячь. Потому что мы там не успевали. Да. Да, Макс, вот так вот. Так, ну что, молодежь, мы справились? Анют? Будем надеяться, что да. Нам нужно сделать вид, что мы все не уставшие, бодрые, мы целый день отдыхали, наслаждались жизнью. Мы почти все сделали, можно насладиться. Ну, короче, я выспался все-таки, в какой-то момент встаю, okay. Думаю, блин, ребята уехали теперь, все. Хер знает, когда вернуться еще. А мы даже не позавтракали вместе. Вы там куда-то поехали. Ну, торопились же. Я там не выспался. Нифига. Была печалька такая. Блин, надо было, Максимум, наверное, встать. Хлыка, вообще, надо было смотрели. Встать. Все-таки как пофиг, что спать хотят. Да, меня реально совесть замучила. Думаю. Что у меня мысли такие, чтобы как бы сам себя я мог утешить. Себя. То, что думаю, а вдруг они не уехали все-таки? Может быть, все-таки там они уже ждут? Или хер его знает? Здравствуйте.
Вах! Вах, вах, вах. Ну что, я перед с вами, жюри кварталов. Вот мы уезжаем. Ну мы не хрен... мы нахрен. Ну мы ни хрена не уезжаем. Пропали всю контору, Женя. Макс нихера не знает. Макс еще не знает своего счастья, что ему не перепадает. А что вы там и подумали? Я имел в виду завтрак один на один. Мы сейчас завтракаем, быренько в душ и все такое. Типа покидаем Индию. Да. Но не домой. Мы тебе чистенькие, аккуратненькие, вон Женька прическу сделал. И, в общем, короче, едем делать тебе очередной сюрприз. Дубль 2. Ого! Тима, поздоровайся. Здорово, GoPro. Макс еще ничего не подозревает. Ух ты, какой дом. Да, тем временем Максимка находится, то есть ты находишься в 40 километрах, да, 40 километрах от нас, а тут полный движ. Девочки готовят для Макса, подготавливаются. Знаешь, Макс ни о чем не подозревает. Да, ты ж Радикус. Тут девочки, тут и мальчики тоже. Девочкам лучше пиво принеси. Макс, вот этим ты сегодня будешь питаться. Только, хватит. Только для тебя. Ну что, ребята, скажите другу своему, что вы тут делаете? Дуем! Дуем! Дуем, дуем! Максим, мы готовимся к твоему приезду, а ура! Ты об этом не знаешь. А ты еще думаешь, что у тебя романтические выходные с Анечкой? Кстати. Фиг тебе! Макс, оставайся таким же, какой ты есть. Тебя еще сейчас нету, мы тебя еще обнимем, поцелуем, выпьем. И давай, за тебя, Макс. А, я, да. Красавчик, давай. За твое здоровье, блядь, чтобы ты всегда был счастливым, всегда улыбался для тебя и... Блять, вообще не меняйся, потому что ты пиздатый парень. Короче, все, что другие сказали, и... Телки только... Блин, Макс, такой классный. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Я... Блин, я реально завидую... Я реально завидую Ане. Я не буду присоединяться к последнему, как бы. Ну, я буду к последнему присоединиться. Ну, в общем, ты все знаешь, короче. Да, молодец. Макс, это здоровье тебе, счастье, любви и за тебя. Вау. Макс, с днем рождения. Присоединяюсь. Макс, вторую убивай, еби. С днем рождения, в общем, всего самого наилучшего. Приезжай быстрее. Давай, Максик, за тебя, твое здоровье, счастье тебе, удачи и добра. Максу. Я за. Все, отлично. Макс, с праздничком. Любим тебя, целуем и ждем. У нас такой, у нас план, здравствуй. План банан. За Макса. Ура! Ура! Женёк! Серьёзно, что ли? Стой. Герасим. Спасибо. Подожди, мы надо налить. Все, обнимаем его, обнимаем. Ура! Ура! Не-не-не-не. Макс. Ладно, все, нормально, пошутили, хватит. Спасибо. С днем рождения, мы уехали. Я так и знал. В левую руку. Давай, по тебе, Макс.
Поздравляем, ну что случилось, ну что? Ура! Я со всеми поздоровался. Здорово. Все. У нас такой небольшой праздник, честно, я разговаривать много не умею, да. Просто всего 30 лет. Всего лишь 30. Езди потихоньку и не торопись. Друзей у тебя достаточно. Спасибо. Давай, с днем рождения у тебя. Спасибо всем, ребята. Это от всех нас. А теперь, давай подержу. Блин, так нет, пиво забери у него, на врот. А теперь все давайте с Максом. Пиво. Да. Макс, за тебя, дружище. Спасибо. Ура! Давай. Распечатывай. Да. Сейчас прямо? Да. Распечатывай. Дайте человеку. Дайте выпечатывай, распечатывай. Распечатывай, распечатывай. О, давай быстрее. Здрасте. Подожди, алкаш. Да, алкаш. 30 дней уже можно, прикинь. Так. Потом прочитаешь, ну, Макс. Так. Пойдете, я могу, наверное. Подержать и распаковать. Можно, да? Осторожно. Так, это что-то тоже серьезное, очень серьезное, ребята. Мы к тебе приедем, я беспокоюсь. Чувствую, долго оно не простоит, ребята. Спасибо. Так, бросай, аккуратненько. Бери. Бумажка. Грамма за хорошего друга. Пауза. Пауза. Зачитывай. Зачитывай. Гудшайн. Гудшайн в Вассерщи-парк. Внимание, основной подарок. Ту-ду-ду-ду-ду-дум! Та-дам! Не переворачивай, не переворачивай! Не смотри, что там написано. Я догадываюсь. У тебя в очках вот раздавался. Смотри. Майк, Миша едешь дальше будет. Ну да. Миша едешь дальше. Не гоняй, чувак. Хорошо, буду стараться. На своей ФР. Все старались, блин, это для тебя. Круто. Очень круто, держи. Ребята. Покажи в камеру. Нет, разверни. С другой стороной. Ну, класс. Ну, теперь по чуть-чуть их всех надо выпить. Да. Стоп, остаемся здесь, у всех выпить здесь есть. Макс, молодец, мы пошли. Ну что, мы поехали. Пока трезвый. Поехали. А, у меня пиво нет. Давай. Мой удел. Так, что меня все время снимают? Ты именинник? Сашка, бери на поля. Подожди, это аккуратно надо ведь. Дай пиво. Отдай пиво. Пиво отдай. Подожди, пиво. Сашкой. Что такое? Ребята, классно, что собрались. Мужики, давайте. Уважаю, блин, спасибо вам. Уважают всех его. Давай. Да что мы делаем, ребята? Сейчас помочь. Делайте, ребята. Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, и
Спасибо. А еще можно? До дна, теперь до дна. Мне понравилось. Сделаем так, чтобы в 50 лет встретились в это же время, в том же месте, и в 50 лет качнули так же хорошо и активно. И не хуже, я бы сказал, и вообще мега. А есть знак 50? Есть знак 50. Макс, есть знак 100, ты в курсе, да? Я понимаю. Знак 120. Так кто про халявичу отдельную комнату еще зайдет. Ну что, let's get this party started. Блин, ребята, это реально очень круто. Всем спасибо большое. Я просто даже, блин... А Макс, это самое, там, кстати... Реально не ожидал. Там с комнатами не очень получилось, ты у нас будешь на диване. Один. Один. Вообще, я спать не собираюсь теперь. Ну что, братиш, что скажешь? Йоу. Так, ребята, блин. Большое вам спасибо, блин, что вообще все это... Все поучаствовали в этой теме, блин, я очень рад вас всех видеть. Большое вам спасибо, реально. Огромное просто спасибо. Мне очень приятно это. И, блин, я на 7-м небе, реально. Блин, я не ожидал. Было реально очень круто. И в таком месте, блин, ребята, блин, спасибо. Еще я хочу поблагодарить инициатора. Это человек, которого я очень сильно люблю. Это моя девушка. Зовут ее Аня. Малыш, спасибо тебе большое. Я тебя очень сильно люблю. Я люблю свою девушку и хочу выйти за нее. Горько! 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 Ребят, а теперь я хочу всех вас по очереди обнять, блин. Подожди, выпить надо еще. Давайте. За Макса, котики. За тебя. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Не, реально, это очень круто. Как-то так по Wi-Fi. Просто... Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Я даже не мечтал. От меня всем отдельно. Спасибо, без вас реально ничего не получилось. Мы приехали, и тут было бы пусто. Я вообще хотел всех по очереди еще по кругу обнять. Ну так я жду! Ну, тогда не надо всех по кругу! Горько! Макс! Макс, не вестись! Макс, не туда пошел! Уходи! Спасибо тебе большое. Нам очень приятно. Мы можем все вместе молиться. Праздничка. Спасибо. Дима, да. Сегодня мафия. Вас я уже. Сашки нас, проще. Кого нет? А где Саша? Здравствуйте, Симон. Будь самое главное, будь здоров, будь как есть. Буду стараться. Понял? Для вас всех. Не для нас, для себя, а потом мы к тебе подтянемся. О, менты за нами. Мы здесь. Поехали. Круто, очень рад тебя видеть. Спасибо тебе большое. Максимилиан, Сакраменты. Сакраменты. Жека. Я бузяр уже прошел, да, к 3 годам. Ладно. Спасибо тебе, блин. Будь здоров. Спасибо. Не будь лапшой. Илюха, блин, спасибо. Был рад. Очень круто. Ну мы еще, блин, это ж... Да ладно. Все только начинается, ребята. Я просто так, это ритуал такой. Макс, тебе повезло, что мы сегодня тебя качали. Дэвид Джонс. Очень крутая девушка. Сейчас возьмешь шишки. Тёма, Тёма мой родственник, близкий друг. Настоящий. Смогёшь? Нет, не смогу. Очень круто, что приехал. Надо на ПМЖ. На ПМЖ, да? Кашан, блин. Давай, не сирай. Что? Что? Очень круто, что здесь. Всегда. Спасибо.
Не получилось. А, вот так, короче, это чисто для камеры, все. Все запьем очередной раз. Колка, пиво не бери. Я уже, у меня язык заплетается, вообще жопа. Просто. Я еще в очках, я снимать не буду. Вечно молодым, вечно пьяным. Давай. Макс, все ради тебя. Ну, расстояние не помех. Ну что, именинник, скажите пару слов. Блин, я очень рад вообще всем, кто мне сделал такой сюрприз. Я всех рад очень видеть сильно. И это очень круто, это круче, чем круто. Это просто офигенно, я даже не знаю, как объяснить. У меня просто словарного запаса не хватает, чтобы это все передать словами. Надо учить. Реально. Взаимно. Спасибо, ребят. Учи словарный запас. Да, если бы я знал, что когда 30 вот такая тема, я бы долго ждал именно этого, я бы просто дожидался бы именно 30-ки, понимаешь? Сделай когда так, мне было 15, чтобы я ждал 30-летия, а не 18. Ты 18 даже так не справлял, как 30-ку, да? Посмотрим. Даже близко. А ты 20-ку так не справлял. Ты сравнил 30-ку и 18-ку. Там денег не было. Да, это пофиг. Понимаешь, а сейчас уже все ребята, вот они, друзья. При бабле, да? Получаешь права. Желаний много, а средств нет. А 30-ка средств уже есть. А желаний нету. Поэтому за твои 18. Так, ребята, знаете что? Уже тост третий, четвертый, без разницы какой. Давайте выпьем, знаете, за что? Ребят, просто за родителей его. Чтобы они были здоровы и радовались сыном, какого они воспитали. Салют! Ура! Поэтому, ура! Поэтому за родителей, ребят, за родителей. Ура! Там много можно сказать слов. Но чтобы он не подвел никогда родителей, не подвел своих друзей и просто был человеком. Понос резкий. Открой глаза, все постепенно. И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели. Волосы волнами по твоей шее. Касания трепетны и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы. Только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света. Чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем.
Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Голос твой, он как будто колыбель. Я обниму тебя, чтобы не стало холодней. Курточка моя так хорошо сидит на ней. А твои глаза как блики в играх NBA. Я делаю навстречу к тебе шаг, чтобы от всех с тобой убежать. Под нашими ногами зимний шар, между нами сегодня пожар. Нам плевать, что вокруг метель, с поцелуями как будто карамель. Температура как в жарком Акапулько, между нами теперь. Они все будут кричать вслед, что небо предел. Но ты лети вверх, куда ты хотел. Узнает, о чем ты мечтал. Твой день настал. Surprise, motherfucker! 30-й левел достигнут.